Здравствуйте, меня зовут Юля. Сегодня мы будем будить наши пеларгонии после зимней спячки. Вот смотрите, как они сейчас выглядят. Очень-очень-очень некрасиво. И поэтому сегодня мы все пеларгонии будем очищать от старой листвы. И также я полью их сегодня второй раз за всю зиму. То есть я их поливала первый раз в декабре. Сейчас у нас 1 февраля, вот я их полью второй раз. На самом деле, ребята, еще довольно холодно. Может быть, здесь только 10 градусов тепла, вот не больше. В общем, чтобы мне было еще комфортнее работать, я вот включила вот такую лампу. Ножницы и начинаем стричь. На самом деле, это такое удовольствие. Ух, наконец-то я смогу чуть-чуть позаниматься цветами, а не сидеть постоянно в компьютере. Это для меня просто кайф и большое удовольствие. Вот, красавец. Так, а сорт это у нас Юлолита, русский сорт. Очаровательный и очень-очень выносливый. Честно сказать, стало жарко, видимо, сработала лампа. Поэтому будем раздеваться, и так будет немножечко удобней. Ну, в общем, кустов 60 я очистила, устала, пошла покушала, отдохнула. Вот, передохнула. Зарядилась, и теперь опять продолжу. Этому совсем зима тяжко пришлась. Еще очень грустненький. Фу, цветочек. Смотрим, как останется тут вообще что-то. Ну, стебли здоровые, зеленые, так что все остальное очистим, обрежем, заживет. Витаминчиками прокапаем. Так что будет жить. Будет.